Добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня у нас монтаж теплицы арочная. Ширина 1,5 метра, длина 3. Используется брус 100 на 100. Сейчас производится его сборка. Также одновременно собираем торцы и будем уже устанавливать каркас. Собрали мы брус с каркасом, также обшили торцы поликарбонатом. Далее расстелили поликарбонат. Сейчас будем накидывать, прихватывать и потом уже прокручивать. Когда прокрутим, в дальнейшем будем уже заниматься дверьми. Монтаж закончили. Как я и рассказывал, закрепили мы поликарбонат. Теплицу поставили на место. Также брус закрепили кольями. Били в землю и прикрутили с бруса. Прикрутили укосины и доделали форточку с дверью.